Здравствуйте, 27 марта, 29 лунный день, созвездие Сумия с элементом Земли, день людей женского пола, благоприятным размышлениям, медитациям, обращаться к сакюсанам, очищению, разрешению напряженной ситуации, ритуалу устранения негативных проявлений, начитывать мантры, проявление творчества, создавать формы дизайны в домашних и личных делах. Ребенок, родившийся в этот день, будет творчески, духовно богатым, щедрым, способным ясно отражать все свои мысли, сострадательным, понимающим, родным и близким. День неблагоприятен для сотовства, купли-продажи, установления фундамента, давать обещания. Благоприятен для людей, родившийся год, змеи и курицы, неблагоприятен годам, драконы, собаки, овцы. И в Лугинском Цукчун Дуане, Сакюшине, Арван Хангал, на их березке дуэнкордуане, гомбочежу, диважен дуане, а чего не сунды. Будьте благородными.